Всем привет, это СБ1813, или просто Саймон. Продолжаем реакцию, продолжаем Дон Викей пачку, но с девушками. Предыдущая группа мне очень понравилась, так что давайте заценим, что тут. Гибрид Зомбис называется группа, трек, не знаю, видите на экране. Тоже без понятия, кто это такие, чем известны и так далее. И давайте заслушаем, потому что тут, по-моему, тоже не будет клипа. По-моему, это последняя группа без клипов, дальше, по-моему, с клипами пойдет, если я ничего не попутал. Но, тем не менее, давайте заценим, может быть, тоже будут крутые. Го. Тоже, естественно, вокалистка у них Лолита. Но остальные, кстати, одеты так, более современно. Это, наверное, уже что-то из нулевых, судя по всему. Окей. Ну, вот тут прям удар, кстати, тоже прям. Прям нормально, нормально. Знаете, что хочется сказать? Что мужицкий звук тут прям мужицкий, а не... Ну, вот в тот момент, когда девушки наваливают более мужицкого звука, чем мужики. Ну, единственное, сам звук, конечно, сратенький, прям тоже на демку похож. Но главное, что жирненький. Нормально, начало мне понравилось. И вайбик тоже такой прям серьезный. Блин, бас хорош вот этот. Я очень люблю тоже в последнее время просто вот так вот беспрерывно на басу играть. Это прям кайф. Прям какой-то транс захожу от этого. И нравится вот именно вот эта интенсивность постоянная. Я вот такую, кстати, мазафаку очень люблю. Именно интенсивную. Пока прикольно, жалко клипа нет. Ну, не знаете, немножко по-тупому такое что-то сделано. У них почему-то бас в левом ухе, а гитара в правом. Вот это я не понял. Никогда так не делайте. Это, ну, типа, это странно. Зачем так делать? Дон очень крутой, но вот это подсвести бы все и вообще звучало бы пушечно очень. Прям гитарка мне нравится. По гитарке это, кстати, похоже на старый Гильгамеш, кстати, наверное. А в целом вайбинг даже не знаю какой. Тоже как будто бы от Деспов, от Гиру что-то есть. Ну и таких типа прям мазафачных именно групп нулевых. Круто. Даже вот эта атмосферка на клине. Блин, круто, вот звуки бы все это в хорошем послушать еще прям. Ну даже не в хорошем, хотя бы, ну знаете, на фоне... Блин, не на фоне, а... Ну и серии вот групп, которые тоже хотя бы в нулевых играли что-то. Вот это уже вайб муков, если честно. Нифига себе. Слушайте, ну прям круто. Это прям очень кайфово. Я ожидал, что все эти самые кочевые группы, ну я предыдущий просто реакцию еще тоже записывал, и самая кочевая группа будет женская. Офигеть. Блин, очень хорошо. Очень хорошо. Вот я говорю, единственное качество звука бы получше, и все. В остальном бы я так забалдел. Ну я и так, кстати, балдею. Даже, знаете, не качество звука, мне нравится то, что у них по каналам как-то странно разведено. У них больше баса тут больше гитары. Здесь тоже и вокал здесь, и другой вокал здесь. Блин, ну это, ну, как-то будет все это скомпрессовать, чтобы оно прям плотненько все стало звучать. Добавить немного частоты в звук, и будет такой кайф просто. Трек охренительный. Прям мне очень нравится.
Он прям грувовый, кочевый, как я люблю. Ну и как раз из вайба вот тех самых викейных групп, что тоже, что я люблю, с которых я начинал. Так что прям вот это прям вообще самый кайф сегодня. А вот смотреть, может у них что еще есть. Я бы их заслушал. Короче, супер. Мне очень понравилось. Не, они даже это сделали. Конец офигительный. С перевернутыми этими штуками. Эх. Так, ну вот мы смотрели, опять же, ничего. Мы посмотрели на картинку и послушали трек, вот, кстати, который, не знаю, как называется, от группы Hybrid Zombies. Ну и вот это прям самый кайф пока что. Сегодня из всех записанных реактов это прям самый кайф был, что, ну вот именно из нового. Да. Не знаю, что там дальше будет. Я знаю, что там будет дальше одна группа, которую я прям знаю. И, возможно, будет что-то из такого, ну, не прям современного, но что-то, опять же, из нулевых там и так далее. Но вот это прям очень хорошо было. Говорю, единственная вот эта странная история с каналами, то, что как-то по-странному, то есть то в левом ухе, то в правом. И само звучание, конечно, бы на ступенечку получше сделать. И будет супер хорошо, потому что, ну, сам трек мне очень понравился, он кочевый прям. Грубовый, крутой прям. И полноценный брейкдайвинг даже был охренительный. И девушка офигительно пела, и орала. Короче, вот это супер. Вот это я прям, ну, хотел бы послушать. Ну, как я, наверное, прям пойду поищу, что у них есть. Может, даже заслушу. Так что вот это прям офигительное открытие. Предыдущая группа тоже прикольная. Предыдущая, она все-таки такая была. Типа, своеобразно прикольная. А вот это прям, вот это я, ну, не иронично бы заслушал. Потому что такое я прям люблю. И даже, ладно, может, качество я привык уже даже к такому. Потому что, говорю, под конец треки я уже даже не особо не замечал. То есть я прям именно кайфовал. Знаете, вот когда брейкдаун начался, я такой, ну, с этого момента все. Я перестаю думать о плохом качестве. Так как бы, да. Клипик бы еще. Клипик тут какой-нибудь. И было бы супер круто. А так, круто. Прям внезапное открытие, точнее. Мне очень понравилось. Так что, наверное, все. Спасибо всем, кто смотрит реакцию. Ссылочку. Сами нравится, сами все знаете. Ну, пойдемте послушаем, что там дальше. Я надеюсь, дальше тоже какой-нибудь такой балдеж будет. Вот. Так что, наверное, да. Все. Пока.